Не, просто так неинтересно, чувак. Давай или на деньги, или ключ на ключ. Давай ключ на ключ. Так, короче, что-то слишком пацаны, блин, агрессило, я не понимаю, почему. Я, блин, вроде бы нормально к ним подъехал, а они, блин, начали сразу дерзить, блин. Ну ладно, ладно. Ключ на ключ, да? Да, да, да. Все, газ. Верника, черт, а? Аккуратно. Так, вроде бы как камера снимает, как я понял. Да, все отлично, камера снимает, качество вроде бы как неплохое. Моя новая КБ-камера, которая вроде бы неплохо снимает. Друзья, всем привет, с вами я, Лестер, и, друзья, от Носкарпарка Мультиплеер, реальная, друзья, жизнь. И сегодня, друзья, у нас будет очень интересный день и, как бы, очень интересный ролик, потому что сегодня я поеду вот на моей, вот этой, пацаны, М3 на очень интересную, друзья, сходку, потому что мне вчера позвонил друг, сказал то, что если ты хочешь подзаработать, то завтра намечается очень интересная сходка, там, где, пацаны, будет очень много разных машин, очень сильные и быстрые машины, и, как бы, он мне сказал то, что поезжай, если хочешь подзаработать неплохо так бабла. А бабки, пацаны, мне в последнее время нужны жуть, как бы, потому что, для меня 19 лет, я, как бы, учусь, пацаны, в колледже, и у меня, как бы, у папы бизнес пошел просто вниз, как бы, к сожалению. Эту М3, пацаны, мне купил он примерно, наверное, год назад, и, как бы, я в эту машину просто влюбился, пацаны. Но, друзья, он мне эту машину купил тогда, когда у него все было хорошо в бизнесе, но, друзья, теперь у него все просто ушло в минус, и, как бы, денег у нас теперь, пацаны, ну, осталось очень мало. Я, друзья, решил, как бы, выкарабкаться, в принципе, сам, потому что молодой пацан, в принципе, такая крутая машина, такая быстрая, в принципе, она у меня на стейдж 1, там она у меня вся сделанная, переделанная, в принципе, друзья. Так что, друзья, в принципе, сегодня мы поедем на эту сходочку, посмотрим вообще, какие там машины, вообще, что там ситуация, потому что деньги мне нужны, друзья, очень сильно, потому что я уже не могу оплачивать, как бы, колледж, то есть не я, ну, папа не может уже, как бы, оплачивать пацаны колледж. Так что сейчас мне, к сожалению, приходится как-то самому, ну, не к сожалению, а скорее всего к счастью, да, пацаны, приходится самому, в принципе, как-то, пацаны, зарабатывать. Так что, друзья, сейчас мы, в принципе, поедем на эту сходку, посмотрим, что там вообще происходит, вообще какая там установка, и надеюсь, блин, я выиграю там гонку, потому что если я проиграю, как бы, мне сказали, что там условия просто максимально жесткие, то есть там, если ты ставишь или большие деньги, или ты ставишься на ключ на ключ, то есть ты, если проиграешь, то ты отдашь машину. И, честно говоря, я, блин, максимально переживаю свою машину, прям очень, как бы, переживаю свою машину, потому что, друзья, эта машина, как бы, все, что, друзья, у меня есть, в принципе, потому что, если не эта машина, то, в принципе, у меня нету больше ничего, в принципе, друзья. Так что, друзья, давайте, в принципе, сейчас мы заправимся сотым бензином, заправим метанол, потому что, ну, для охлаждения, как бы, турбин, потому что у меня машина, как бы, чуть, как бы, перегревается иногда, так что, думаю, что метанол, друзья, нам не помешает, в принципе. Так что, друзья, заезжаем на заправочку, вот так вот, все. Вот так обычно выходим, глушим, заправляем, друзья, нашу малышку. И я надеюсь, что эта малышка, как бы, сегодня меня не подведет. Я тебя просто умоляю, М3. Я тебя просто реально умоляю, не подведи меня, пожалуйста. Дай мне всех, блин, выиграть и просто обгони всех. Я тебя просто умоляю, я тебя прошу, реально. Как бы у меня с этой машиной просто обычно любовь, реально. Так что надеюсь, сегодня она меня не подведет. Все, полный бак есть. $90, в принципе, ушли. Так что, в принципе, теперь давайте я заправлю, друзья, метанол и вернусь к вам, в принципе. Друзья, в принципе, я заправил метанол. Давайте посмотрим, как машина себя ведет. Шикарно, шикарно, хорошо, молодец, умничка моя, все. Тапочку в пол даем, в принципе. Так, друзья, короче говоря, вон они там стоят. Блин, ни хрена себе там народу, друзья. Я приближу, так, давайте приближу камеру. Нифига себе там народу. Ошалеть, там что происходит-то, а? Друзья, короче говоря, я думаю, что перед тем, как заехать, думаю, что стоит машину прогреть, потому что... А давайте прям перед ними, а? А давайте я, как бы, заеду красиво и правильно, в принципе. Салам алейкум, пацаны, я приехал. А ну, давайте покажем, пацаны, что может моя машина, чтобы они, как бы, не сомневались, в принципе, во мне, да? Давай, 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 М3, давай, главное, не перегрейся, блин. Давайте наведем прям шума, пацаны. Так, все, уезжаем. Уезжаем, пацаны, даем такой маленький круг, чтобы машина остыла, в принципе. Так, пацаны, конечно, в дрифте я не силен, но...
Ага, а чё они смеются там, блин? А чё они все смеются, я не понял. Так, ладно. Давайте подойдем, в принципе, пацаны, к ним. Главное сейчас мне к ним добро подойти, в принципе, без всяких приключений. Так, хорошо, давайте, пацаны, остановимся, в принципе. Машину глушить я не буду. Уходим из машины. Так, окей. Это чё у тебя за тачка корыто? Переделанная. Корыто? В смысле переделанная? Это М3. Настоящая, в смысле переделанная. Давай на гонку ставим. Давай на гонку тогда. На гонку хочешь? Давай. Слушай, я что-то не понял. Стой, подожди, а условия я не понял. Да просто станем, я вынесу твою корыту. Не, просто так неинтересно, чувак. Давай или на деньги, или ключ на ключ. Давай ключ на ключ. Ключ на ключ хочешь? Просто смотри. Готов стать. Давай, конечно, меньше агрессии, потому что что-то ты слишком как бы агрессируешь. Давай, короче, без агрессии встанем, в принципе. Ключ на ключ ты хочешь, да, получается? Давай, хорошо, вставай. Так, покажи пока свою машину. С чем я буду как бы вставать? Вот, сюда, иди сюда. Что у тебя за машина? Нет. Что у тебя за корыто? А, ты про Супру говоришь? Это твоя машина? Да, это моя машина. И сколько там у тебя слюнных сил? 1600, любого вынесет. 1600 сил? Да. Я тебя понял. Ладно, поехали. Поехали, давай, давай, газ, давай. Сейчас посмотрим, кого ты вынесешь. Давай, давай. Так, короче, что-то слишком пацаны, блин, агрессило. Я не понимаю, почему. Я, блин, вроде бы нормально к ним подъехал. А они, блин, начали сразу дерзить, блин. Ну ладно, ладно, я тебе покажу еще, что такая М3, блин. Я тебе покажу еще, хорошо. Сейчас, просто мы должны его просто наказать. Я просто как бы сейчас его обязан, блин, наказать. Потому что, блин, оставлять это просто так я не собираюсь, пацаны. Так что... Поехали, в принципе, сейчас его... Ну, по идее, я его должен надрать, потому что... У него не может быть это Супра на 1600 сил, пацаны, ну не может быть, пацаны. Что бы там он там ни делал, там, пацаны, не может быть 1600 сил, как бы, вообще, ну никак. Сейчас, конечно, я думаю, что будет очень много шума в городе. Ну ладно, хорошо, сейчас я с ним поговорю. Так, мы будем вставать на драгрейсинге, получается, да? Да, давай на драгрейсинге. Давай, тогда хорошо. Давай, 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 встаем, в принципе. Сейчас посмотрим, что у тебя там под капотом, блин. Ключ на ключ, да? Да, да, да. Все, газ. Так, пацаны, ну что ж, зеленый свет, давай, 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 давай! Куда? А как так-то, жесть? Чего просто? Блин, нет, я чё, машину проиграл? Я чё, Саш, машину проиграл? Чёрт, с кем я встал, зачем я встал? Блин... Зачем я это сделал? Боже мой, я машину проиграл, пацаны. Так, чувак, в принципе, я проиграл, получается, да? Да, да, давай тачку сюда. Слушай, а мы не можем как-то договориться, нет? Ну, на что хочешь договориться? Давай, короче, я тебе дам 5000 долларов, думаю, это будет нормально, нет? И ты оставишь мне машину. Давай машину сюда. Давай деньги. Как-то договоримся, чувак. Не-не-не, давай как-то договоримся, нет? Только машина, давай. Машину хочешь? Да, чёрт. Сюда тачку. Давай хотя бы тебе дам 8000. Согласен? Не, никакие деньги. Сюда тачку. Ну, чувак, ты понимаешь, что моя единственная машина, я не хочу ее отдавать. Ничего, ничего. Ты рискнул. Я рискнул, но я думал, что я выиграю, боже мой. Это уже все твоя проблема. Ну да. Так. Давай сюда. Так, давай я припаркую, стой, а то мы стоим прям на дороге, подожди. Блин, пацаны, это просто жесть, блин. Я проиграл грёбаную, друзья, М3, мою единственную машину, жесть. Но у меня есть только, пацаны, один выход из ситуации, в принципе. Я могу сейчас просто уехать. Думаю, что он даже сейчас не подозревает то, что я могу уехать, в принципе. Я уеду, спрячу машину. Затем я ее перекрашу, в принципе, и думаю, что будет нормально. Фух, пацаны, кидаем, короче говоря, коробку в спорт. Что-то впереди встал, смотри, он, походу, подозревает, да? Он, походу, подозревает, что я могу уехать. Так, блин, уйди, чувак, уйди, блин, с дороги, пожалуйста. Там у нас М4. Так, пацаны, короче, даем деру. Раз, два, три, все, поехали. Давай, 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 салам алейкум. Салам алейкум, давай, М3, давай, 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 давай. Давай. Давай, они погнали за мной, да, по-любому погнались, да, черт возьми, все, пацаны, просто улетаем. Просто тапку, тапку, пацаны, тапку, просто тапку, жесть. Что я натворил, боже мой, вот еще М5 там,
Чё я, черт возьми, только что натворил, пацаны? Что я натворил? Жесть! 300 лечу, боже мой, давай! Давай, 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 пацаны, улетаем за город, пацаны. Просто улетаем, пацаны, за город. Просто я сейчас, пацаны, лечу в деревню, потому что другого выбора, пацаны, у меня нету. Аккуратно, аккуратно. Нет, держись, держись, нормально. Все под контролем, все, пацаны, вроде бы как под контролем, хотя нет, пацаны. Все не под контролем, блин, потому что я, черт возьми, проиграл машину, боже мой. Как так-то, а? Какой я дурак, что я хотел просто? Зачем я с ним стал вообще? Я же мог там выбрать другого соперника, да блин, а? Я же мог тупо, пацаны, выбрать другого соперника, черт, а? Аккуратно, нет! Я попал в гребаную аварию. Так, М3, давай, заводись. Давай. Давай, давай, заводись. Давай, заводись, давай, ну давай, пожалуйста. Она глохнет, все, мне кранты, походу, дай от них. Она глохнет, пацаны. Все, выхожу, выхожу, все, 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 все. Не уехал ты. Да я просто прокатился на последний раз, понял? Я не хотел уезжать, типа, от вас. Тебя сейчас проблемы будет за то, что уехал от нас. Какие еще проблемы? Я просто прокатился, чувак, какие еще проблемы? Это нет, сейчас проблемы будет, ты не уедешь, куда ты окружен полному. Я понимаю, но я просто решил прокатиться на своей машине последний раз. А зачем так грубо-то, я не понимаю просто. Короче, пацаны, закуйте его машину, закидываем. Что вы делаете? Алло, что вы делаете? Я не понял. В смысле, пакуйте? Берите его, берите его. Какой берите? Вы чё, пацаны, успокойтесь. Алло, алло, пацаны, успокойтесь. Что вы делаете? Он уехал от нас, пацаны, не давайте ему убежать. Что вы делаете? Алло, алло, пацаны, ладно, успокойтесь, по-братски. Убьем, да? Извиняюсь, дадись, пацаны, я извиняюсь.